Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в ПВЗ. Так, немного пересадил я тут в саду, ну, в смысле, посеял. Посеял, кое-что посеял, кое-что собрал. В общем, нормально. Осталось нам, по сути, два уровня, и будет закончен этот, ну, эта половина мира. Потом они будут строить вторую половину. Ну, как они ее построят, тогда, соответственно, мы этот... Мы сможем продолжить. Так, Survive and Protect. Ага, вот эти надо защитить. Так, ну я так понимаю, надо в таком раскладе взять еще одного такого, да? Так, ну давайте в начале, как говорится, пока не ясно, что за этот левел, возьмем стандартный мой, мою любимую схему. Единственное, тут Гаргантюа, я поэтому вот так возьму, все, вот срак. Стандартная схема. О, это, кстати, вот очень хорошо, что тут идет сразу мощный зомб, потому что у нас будет время развиться. Он, как правило, идет один, поэтому с ним особо... Ну, то есть, его можно довольно долго держать этими штуками. Так, все, а теперь надо, соответственно, застраиваться уже этими. Ну, вот такими вот. Так, вот этого я все равно буду тормозить. Так, ну давайте вот так вот сделаем. Поехал еще двойной. Так, нормально, 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 хорошо идем. Пираты! Так, все, пират минус, отлично. Тут прикроем. Эту сразу жахну пушку, потому что ну нафиг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, баллоны. Так, ладно, давайте, наверное. А чё, по баллонам она не стреляет, что ли? Ну, под баллонами я подразумеваю этих. Кого? А газонокосилки на них работают? Да, работают. Не, ну можно две газонокосилки-то засейвить. Блин, надо было верхнюю. Так, Гаргантюа пошел, но это, в принципе, ерунда. Так, финальная волна пошла. Так, тут баллоны, тут это ерунда, все. Ерунда. Yeah.
Так, все, Гаргантюа сейчас будет минус. Ну, а этих мы поснимаем, я думаю, вообще легко. Ну, чё, нормально, в принципе, прошли. Нормально, вполне себе. Тако, нам дали тако. Give me my taco. Качу его. Look, Penny, my taco. Так, все, нам получается последний мир этого... Ой, последний мир. Последний уровень этого мира остался. Последний уровень этого мира. Ну, не, ну это же просто чудесно. 16-й левел. Так. И все, и мы получим ключ. Я не знаю, будет ли еще мир. Ну, в смысле, не то, что они этот достроят, а после этого еще. Но я думаю, будет. Думаю, будет. Хотя фиг знает. Вроде все говорили, что это последний. Вот. А сейчас мне писали... В чате чувак писал, что будет еще один. Так, тут опять этот трендеж от доктора Зомбаса. А что там было, я не прочитал, как обычно. О, тут что, только Гаргантюа? Охренеть, тут... Ну, это, кстати, весело будет. Я вот точно не помню, как работает этот... Он, по-моему... Ну, в принципе, нормально. Так, ладно. Слушайте, а очень даже неплохо отработал этот. Ну, как бы. В общем, все очень неплохо отработано было. Так, я так понимаю, сейчас эти взрывашки... Ля, взрывашки-то не уничтожили никого. Ну, вот так вот, нормально. Так, тебя надо активировать. О, последний арбуз. Ай, там этот уничтожайстер идет. Эй, я лоханулся, Слушайте, нифига он крутой на самом деле этот. Я раньше его как-то особо недооценивал. Во. Хорош! Так, виноград пошел. Нормально, 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 виноград идет. Нормальдес, нормальдес.
Зараза, он мне арбуза с этого уничтожил. Ай, сволочи! О, морковка, она ж умеет воскрешать. Все, мы прошли этот уровень с гаргантюами. Вот, супер. Нам дали ключ. Непонятно, правда, зачем дали ключ. По идее, вроде как мы, ну... Так. В общем, по идее, мы вроде как бы должны были бы это... А мы не то. Ля, вот же говнюки. Так, звездочка 155, звездочка 330, решетка. Этот, мне подключили услугу на Теле 2. Типа, кто звонил, по смс-кам будет приходить. Короче, этот, ну, как бы, когда я не в сети, кто мне звонил. И типа, абонентская оплата 50 копеек в сутки, ну, как бы. Причем я и не подключал, меня перед фактом ставят, что у тебя эта услуга есть. Ну, правда, написали, как отключить, я отключил, мне она не нужна. Это на моем побочном телефоне. Вот, так. Слушайте, ну здорово, мы, получается, прошли весь ПВЗ, который на данный момент открыт. Вот, да, заюзали мы много бустов, потратили много монет, ну, что поделать. Так вот, как-то так. Ладненько, я тогда на этом этот выпуск и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шаш.